Все мы хорошо помним и видим, как люди снимают и ускоряют свой телефон, но никто не знает, как правильно это сделать. В этом видео вам расскажу, как ускорить оперативную память на своем мобильном телефоне. К примеру, если у вас было 6 гигов, то после такого ускорения может стать 8, либо же вообще 10 гигов. С вас лайк и подписочка. Первое, что нужно сделать, это зайти в настройки телефона и спуститься вниз до такого пункта, который называется «Расширить настройки». Здесь в расширенных настройках будет пункт такой, который называется «Расширение памяти». Если вы активируете вот это расширение памяти, эта память возьмется с флешки, к примеру, либо же с телефона. Если у вас там 64 гига памяти, то 3 гига вам ни туда, ни сюда, но, в принципе, ней можно пожертвовать, чтобы телефон ОЗУ больше было якобы, чем оно есть сейчас. К примеру, у меня вот этот вот Xiaomi Poco X3 Pro 8256. Я еще добавляю 3 гига, и таким образом у меня уже получается, на секундочку, 11 гигов. И я могу играть в такие игры, что вы просто описываетесь, ну, действительно, это работает. И многие говорят, что это рекламный хит. Нет, это не рекламный хит. Это действительно работает, проверяйте.